Россияне, заказывающие какие-либо платные услуги и рекламу в запрещенных на территории Российской Федерации соцсетях Instagram и Facebook, могут стать фигурантами уголовного дела. Осуществление любых платежей в пользу компании Meta может рассматриваться как финансирование экстремистской организации, поясняют специалисты Российской ассоциации электронных коммуникаций. Кроме того, публичная демонстрация логотипа, запрещенной в России компанией Meta, может быть квалифицирована как административное правонарушение и облагаться штрафом. При этом запрет пока не коснется мессенджера WhatsApp.